Наш мозг однозначно девчачий, поэтому следующая тема интересна нам обеим, это точно. Да, новые кофточки, штанишки, свитерочки, неважно, просто очень хочется обновить свой гардероб. Еще недавно молодежь стремилась одеваться исключительно в брендовые вещи из последних коллекций. Как следствие, за классный прикид отдавали бешеные деньги. Но мода – дама переменчивая. И переплачивать за имя или известный лейбл сегодня просто нет смысла, ведь уже завтра актуальная дорогая вещь легко станет прошлым веком. Но не пугайтесь, одеться стильно и недорого можно. Так что берите своих друзей, которые помогут определиться с выбором, и бегом в Мегахенд шопиться. Если вы все чаще и чаще задумываетесь о том, что вам нечего надеть, в магазинах Мегахенд есть отличное решение. Здесь можно найти одежду на любой вкус и стиль. Этот комплект мне обошелся всего в 1000 рублей. Но это сегодня. В день 90% скидки я бы его купила всего за 100 рублей. Свитер с высоким горлом и штаны-трубы – последний писк винтажной моды. Любители такого стиля наверняка оценили этот выбор. Если вы среди них, спешите стать обладателем истинного сокровища и подчеркнуть свою индивидуальность. Ну а если нет, из огромного разнообразия вы найдете одежду, которая понравится именно вам. Кстати, любителям экологии Мегахенд тоже придется по душе. Выбирая вещи секонд-хенд, вы экономите ресурсы нашей планеты и делаете мир чище, так что вы сможете почувствовать себя настоящим дизайнером и при этом удивить окружающих своим модным образом. Свитерам место в вашем гардеробе не только зимой. Весной их тоже можно носить. Вот, например, такой цвета металлик. Очень актуален в этом сезоне. Белая рубашка – вечная классика. И черное пиджачное платье. Это я просто люблю. Пойдемте мерить. Обновлю свой гардероб. Позвольте себе каждый день быть разными с одеждой из Мегахенда. Такое удовольствие дорогого стоит, но вы заплатите копейки. Уже сегодня скидка на весь ассортимент 70%. Ждем вас в Сыктывкаре на Морозова 202, торговый комплекс «Центральный рынок», второй этаж.